Терещенко сразу через борт за ворота доставляет шайбу. Еще один бросок Ленца. Это даже по такому не назовешь, уже ближе к синей линии расположился нападающий. Но все равно опасно. А вот теперь Терещенко заряжает и делает счет 2-0. Отличный бросок. Еще один защитник Амура забрасывает шайбу в этой встрече. И это Сергей Терещенко, уроженец Магнитогорска. Третья его шайба в этом сезоне. Таким образом, он догоняет Альберта Ярулина, защитника «Трактора», главный снайпер и среди игроков обороны на старте регулярки.